Здравствуйте, дорогие слушатели моего канала, подписчики, любимые зрители. Всем привет, ребята. С вами сегодня Шмелёк. Да, и сегодня я хотел бы провести такой небольшой конкурсик, а точнее такой маленький-маленький-малюсенький конкурсик, который будет на одну лицензию Майнкрафт, да, именно на одну лицуху. Вы сможете поменять в ней ник, скин, ну, если вы, конечно, знаете, как это все делать. Пароль, разумеется. Короче, с полным доступом Майнкрафта. Абсолютно с полным доступом, да. Вот такая плюха. Что же вам для этого надо будет сделать? Практически ничего, ребята. Ну, в первую очередь, поставить лайк этому видео. Да, и когда соберется 20, 30, может даже 40 лайков, то тогда я только ее разыграю. Вот. Обязательно лайк под этим видео, желательно, ну обязательно, точнее даже, написать коммент «участвую», такой большой коммент «участвую», может, хотя в принципе не обязательно «участвую», просто напишите там чем-то, не знаю, пожелайте мне удачи или, ну ладно, пофигу, остановимся на «участвую» и все. Потом, обязательно подписаться на мою группу ВКонтакте, да, и подписаться на мой канал, это такие две главные вещи. И как же будет разыгрываться этот конкурсик? Вам не только надо написать «участвую», но и вам надо будет зайти в мою группу ВКонтакте, это обязательно, и прорепостить вот это вот видео. Да, я буду это разыгрывать тогда, когда наберется под этим видео 20 лайков и в группе репостов так... 20, да, 20 репостов в группе или 15 хотя бы. И тогда я разыграю эту лицуху, да. Вот так. Ну, такие тяжелые условия, я знаю, вам некоторым не понравилось. Типа, вы ты что, офигел, чувак? Ладно, не забываем подписываться на мой каналчик. И не забывайте, у меня стукнуло такое ровное число, как 6 сотен. Да, это клево, но уже 6 сотен, 4. Да, с каждым разом растет и растет, буквально недавно было только там 598, а уже 6. Точнее, недавно было 500, а уже 600, вот так вот. Ладно, не буду вас задерживать, советую подписаться, поставить лайк, всем удачи, ребята. Не забываем прорепостить, написать «участвую», поставить лайк. Это, в принципе, все надо сделать, обязательно, да. Всем удачи, всем гудбаюшки и респект от меня. Всем пока.